Лето в Заинске для самых маленьких жителей началось с праздника. На площади Дворца культуры «Энергетик» прошла праздничная программа «Мир детства». Специалисты управления по делам молодежи подготовили игры и конкурсы для детей самых разных возрастов. Каждый участник получил приз. Чтобы запомнить хорошо забытое старое, для детишек был организован фестиваль дворовых игр. Самый приятный сюрприз ждал детей – это бесплатное мороженое. Никто с площадки не ушел без подарка. А самые активные стали обладателями нового популярного антистресса. Дворец культуры «Энергетик» также подготовил большую развлекательную программу. Площадь была заполнена сказочными персонажами. Кроме того, прошли праздничные мероприятия, игры и конкурсы. Детям были подарены воздушные шары. Выпал в сладкий дождь, праздник удался на славу. Так занятие для своего возраста было подготовлено абсолютно каждому. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Заинска.